Здорово, пацаны, мы с вами продолжаем холод, вот в такой вот обстановочке тут, около костра. Давайте с вами соображать, куда нам идти дальше. Мы с вами, вот здесь вот. Это у нас 63-62. Значит, мы можем дойти до 62-47. Это у нас где? Так, это куда-то... Нам с вами нужно сейчас будет пойти прямо, потом налево, еще раз налево. И вот где-то вот тут вот будет эта хрень. Так, ну погнали. Прямо налево. Так, вот еще раз налево. Ой, там действительно что-то вижу. И реально что-то происходит. Ну-ка. Что это такое? А вот и записка. 28 февраля 1959 года. Мы обнаружили первое тело у подножия сосен. Судя по наспех разведанному костру, они пытались согреться. На телах было только белье. Я решил тщательно обследовать район между палаткой и границей тела. А, леса, господи. Тела лежали каждые несколько сот метров. Из положения указывали, что жертвы пытались вернуться в палатку как можно быстрее. Либо угроза исчезла, после чего группа решила вернуться к палатке, либо произошло нечто противоположное. Кто-то или что-то появилось из леса и обратило ее в бегство. Сейчас сложно сказать, что произошло на самом деле. Я собрал небольшие образцы со всех сил, чтобы исследовать, как в лаборатории нашего института. Я обсудил ситуацию с остальными членами спасательного отряда, после чего они сосредоточились на визуальном изучении палатки и территории возле деревьев, а я вошел в лес. Окейушки. Так. Это вот мы вот это с вами нашли, да? Или что мы с вами нашли? А, нет, мы с вами нашли 54-61. Я не туда вроде шел. А, я поворот пропустил-то походу. Так, значит, я сейчас возвращаюсь. Вот так вот иду. И я должен буду направо повернуть. Так, стопэ. Сюда, что ли? Ну, точно. Вот мост. Ага, вот я мост тут перехожу. И какая мне координата нужна? Мне нужна 62-47. 62-47, она вот где-то... Вот тут вот где-то. А мне не надо мост... Нет, надо. Я мост перехожу и направо иду. Так. Я правильно, да. Я перешел мост, и теперь иду направо. А потом что я должен буду сделать? Перешел мост направо. А потом я должен буду через мост повернуть налево. Так. Ага. Стоп. Ну вот, наверное. Да. Вот, сейчас здесь будет мост где-то, по идее. И вот тут я должен куда-то сюда пойти. Ну точно. И к маяку. Так, только не соскользни, пожалуйста, с дерева. Красавчик. Вот, вот и мост. Все. Вот он этот мост. Вот он, вот он, вот он. И мы вот сейчас идем так чисто прямо, 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 никуда не сворачиваем. А потом свернем. Потом, да, мы должны будем свернуть. Так.
Вот, эти пути. Пряменько идем. Ух ты, кстати, еще одна, смотрите-ка, палатка с сохранением. Отлично. И вот мы, да, тут по идее... Так, ага, все правильно. Вот она, эта палаточка. Но мы с вами идем. И вот куда-то сюда мы с вами должны будем прийти. Так. Ну вот. И вот она, развилка. Вот она, развилка. И мы должны повернуть будем налево. То бишь вот сюда вот мы с вами должны будем пойти. Что-то тут очень дует, по-моему. Что-то тут, по-моему, не очень хорошо мы сюда зашли. И особого пути здесь куда-то нету. Значит, нам все-таки сюда, наверное. Странное местечко, если честно. Развалины какие-то. Так, погодите-ка, вот сюда мы можем зайти? Здесь у нас особо ничего такого-то и нету. Ух ты. Куда это в итоге? Ой, что так все потемнело-то? Так, я походу заблудился. Я же вроде в правильном направлении шел, а что оказалось, это совсем не там, где нужно было. Тут все завалено. А в чем прикол этого места? Что я тут должен найти? Может, конечно, записку какую-то надо? Я не знаю. Давайте сюда пойдем. Еще вот там какая-то хижина. Вот это у нас что такое вообще? И куда нас приведет вот этот путь? Пойдемте сюда, но я понятия не имею, куда я спускаюсь. Если честно. И записок нету. Как нарочно мне не понять, где я вообще нахожусь. На каком-то мосту. О, записка! Слушай, а как мне до тебя? Алло. Так. Хорошо. Это, конечно, все хорошо. Где я нахожусь? Вот где я. А я почему сюда-то ушел? Я нахожусь на 55-39. Там есть что-нибудь такое? Нет, мне надо как-то в 62-47 попасть. А, может быть, 62-47 это как-то вот здесь вот пройти. Ну точно. Наверное, мы сейчас через мост вот так вот тут. Что-то не похоже, чтобы мы через мост тут что-то вот так вот. Похоже, пацаны, мы возвращаемся. А, или мы идем оттуда, ну конечно. Мы идем оттуда.
Вот, мы вот сейчас сюда идем и должны как-то пройти и направо повернуть. Или я чего-то в этой жизни не понимаю. Давайте вот здесь мы еще не были с вами. Что вот здесь вообще находится? Так. Куча каких-то тотемов. Окей. Я вообще без понятия, куда я спускаюсь. Не надо ли сюда спускаться? Но раз путь есть, то значит вполне возможно. Ну точно. Вполне возможно, что сюда надо будет как-то попасть. Вот только зачем я сюда спустился? Слышь, ты это, с кем? Да я понял, что мой перс с ума сходит. Пещера какая-то. Что у нас в пещерке? Такое чувство, что водопад где-то рядом. Что там происходит? О! Я куда-то вышел. Я что-то вообще пока не вдупляю, где я нахожусь. Но мне явно не туда. Там я упаду. Может, как-то здесь можно пройти будет. Аккуратненько по склону. Так, хопа. Да нет. Я грохнусь туда. Прыгать наш герой не умеет, к сожалению. Да. Пока что я брожу тут вообще, на самом деле, впустую. И куда попасть? Вот хоть бы знать, что это за пещера и где я вообще нахожусь. Чего? Сенсейшн, что-то они там такое шепчут. Окей. Посмотрим, что у нас здесь. Так, записок вроде нету. Фух. Ну сложно тут бродить. Так, это у нас куда? Сюда мы не пройдем, хорошо, значит только сюда подъем. Давай. Записок нету. Какие странные кусты. Опа. Так, на тотемах ничего не написано, мы с вами куда-то входим. И здесь, если честно, не очень-то приятно. Записка где-то. Где ты? Ну уже.
Все, вот она. Так, погодите-ка. Ой, сохранение получил, что это такое? А, так. А где эту записку вообще нашел? Я вот здесь вот. Угу. Я на 45. Вернее, на 47-32. Я могу попасть как-нибудь на 43. Но для этого мне надо будет вверх. Я спустился, значит, мне сейчас надо идти будет прямо, прямо хорошо. Мне сейчас надо будет, по-моему, повернуть направо. Ты часовенка какая-то. О! Здорово. Давно не виделись с вами, чуваки. Часовенка, знаете, что-то не внушает мне оптимизма какого-то. Вот, нам с вами вот сюда вот, чтобы попасть на 43 что-то там. А, музыка неприятная. Так. Стоп, я нахожусь. Я нахожусь где-то вот. Вот тут вот. А, нет, я нахожусь вот тут вот. Мне нужно идти дальше, потому что это я поверну обратно. Вот мне нужно идти будет прямо. Все, мы с вами идем дальше прямо. Вроде бы начинаю я потихонечку ориентироваться в этой игре. Тут спокойно я без фонаря хожу, если честно. Музыка, не нагнетай. Так. И вот он я. И нам с вами, да, вот тут спуск показывает. Хотя... Я же должен все-таки попасть на 43.95. Это вот тут где-то вообще. Один единственный путь у нас с вами, это спуск. Да, бродилка тут, конечно, еще та. Развилка какая-то. Что за развилка? Понятия не имею. Пойдемте сюда. Или это та же пещера? Гениально, это та же пещера. Серьезно? Да. Я тут кругами, по-моему, брожу. Так, окей. Я возвращаюсь. Ага. Но следов нету, я, по-моему, тут еще не ходил. Да, я что-то не особо помню это место. Погодите-ка, я тут, по-моему, не был. Снова-то хижина. Можно, кстати, попробовать до нее добраться.
я здесь был. Да. Я здесь был, и это мы с вами вот здесь вот. А хижина это у нас будет что-то типа... Пойдемте, я все-таки не против сходить вот туда вот. К этому светящемуся там чего-то там. Да, ну бродилка, конечно, та еще. С загадками. Вот, пойдемте-ка вот туда вот сходим. Что это вообще такое? Здесь я, как понимаю, я не пройду. А нет, смотрите-ка. Тут есть проход. Только куда он меня приведет, этот проход? Так, спокойно. Вот какой-то подъем. Записка где-то. Где-то прям тут. Вот она. Опасный преступник сбежал из московской психиатрической больницы. Нам сообщили, что мужчина полностью психически неадекватно бредит. Окей. Я где я эту записку где-то вот тут вот нашел. Вот, я вот сейчас вот здесь вот. Это 27.52. Мне, так скажем, это вообще нахрен не всралось. Это место. Эти 27.52. Так. Окей. Окейшки. Значит, мы с вами пошли туда. Но можно еще пойти к лесу. Так, сейчас я соображу. Так, 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 так. С какой стороны мы просто выходим к этому месту? Надо сообразить. И в ту сторону мы пойдем, где будет лес. Там, где лес, там сразу две ачивки надо будет пройти. Ну, не ачивки, там два этих. Так, значит, смотрим. Окей, я вышел отсюда. Да, я отсюда вышел. Значит, чтобы пройти в лес, мне нужно пройти напрямую сквозь эту хрень и пойти к пылающему лесу. Так. Вот с какой-то из этих сторон пылающий лес. Так, если я иду, то... Так, это я иду. Это будет пылающий лес у нас. Налево. Вот куда-то вот сюда вот будет пылающий лес. Вот сюда вот. Ну да, по идее, прямая, напрямую путь. Нет, это, конечно, очень сложно тут ориентироваться так. Так, вот это ущелье. Ага. Так, и по идее мы с вами...
так вот долго идем. Ой, ему как поплохело-то. Так, мы сами идем. И должны дойти до развилки. Причем на развилку будет куда-то поворот. Поворот, я так понимаю, вот сюда вот. А ведь налево поворот. Ну да. Или нет? Да, налево. Налево, и сейчас прямо надо будет идти. Так, к такому же меня не готовило. Ага, мы вот здесь вот с вами. Ну да. Нам с вами нужно сейчас направо повернуть, а потом налево. Сюда вот. Потом вот туда. Туда-то. Или я что-то вообще не понимаю. 69-71. Так. Как 69? Погоди, как 69? Это я в какой стороне вообще? Пацаны, я вот здесь вот. Охренеть, а у нас есть там что-нибудь? Ну да, вот у нас есть 66-72. Если я на 69-71. 66 это ближе к костру. Ни хрена себе. Это я заблуждал. Еще записка. И я в итоге где? Ну правильно, все, вот. Вот, я вот здесь вот, вот. И я иду прямо к лесу. Все правильно. Вот он, этот лес. Да, я его нашел. Только куда теперь идти нам надо? Этот лес. Так. Направо нам надо будет. Неприятное местечко. Ой, неприятное. Это не лес, пацаны. Вау. Я хрен пойми где вообще. Вот записка. Меня интересует, куда я вообще попал. А, я вот куда ушел. Так а нахрена я сюда ушел-то? Вау. 67-70 что-то там. Да, ну это не может быть, чтобы я снова здесь оказался.
Странные координаты какие-то, если честно. Куда я опять поднялся? Без понятия вообще, куда я опять поднялся. Вот, блин, был ведь я у леса. Еще записка. Сейчас-то я где уже? Я вот здесь вот. То есть, по идее, тут сейчас должен быть лагерь. Секундочку. Нет, подождите, я не хочу терять лес. Я так долго шел до леса, что я не имею права его потерять. Целую серию до него шел все-таки. Так. Давай. Давай. Все, вот он лес. Ой-ой-ой-ой, нет, давай, без тебя, без тебя. Все не нужно, стало сразу без тебя, чувак, отвали от меня. Ты этот демон, или какого там, что его, там дух какой-то, короче, который нас преследует. Я вот здесь. Или... Так, я запутался немножко. Так, если я здесь... Да не, не могу быть на 67-69. Я, наверное, все-таки вот здесь вот. И здесь. Ладно, пойдемте дальше. Слышь, ты. Вот пристал-то. Блин, что так страшно-то, а? Очень неприятное место. Этот лес. И, видимо, этот чувак его охраняет. Папуха. Папуха. Да вот ты закумарил-то, а? Дай ты мне пройти как-нибудь мимо тебя. Я не могу этот лес пройти, я в нем заблудился, в этом лесу. Вот ты, блин! Везде теперь за мной. Везде теперь за мной бродить будешь. Окей. Ну, у меня там записка была, я на записке, по идее, должен был сохраниться. Фу. Да, неприятно. Особенно, что этот говнарь здесь бродит.
Не пойму я, куда идти. Так. Ну хоть посветлее стало немного, и то радует. Фу, посветлело. Но я в итоге так и не добрался до леса. Обидно. Тупо потерял опять время. Поднимаемся куда-то. За, если честно, куда? А, я проходил эти тотемы. Я их проходил. Значит, мы теперь давайте сюда с вами двинемся. О! Лагерь. Здорово. Мы с вами вот в этом лагере. Вот здесь вот находимся сейчас. Или здесь. Нет, мы с вами все-таки вот здесь вот сейчас находимся. Да. Это у нас 33-63. Вот 43. Надо как-то с вами попасть. А что мне так подсвечивается это? Ух, нифига, я могу с них телепортироваться. Вот это поворот. Хрена себе. Я то есть сейчас вот здесь вот на 56-48. Все же я не понимаю, как мне попасть на 51. Вот куда-то вот сюда, к мосту. Ну как? Так, стопэ, подождите-ка. Да, я могу телепортироваться, короче, все понятно. 51. Это мне надо, получается. Куда-то сюда. Вот. Я вышел. Только я, по-моему, опять не в ту сторону пошел. Если там будет мост, то я в ту сторону пошел. А если нет? Нет, тут опять эти развалины. Я, по-моему, опять не в ту сторону пошел. Да, это развалины. Хотя, может, к этим развалинам-то и надо мы его не прийти. Тут где-то записка. Осталось только найти ее где. Отвечаю, здесь записка где-то. Шелестит. Вот где-то там. Вон она. Блин, как мне к тебе попасть-то? Дорогуша. Вау. Вот мне реально надо было сюда.
записочка. Так. И где я эту записку получил? Я ее получил вот здесь. Да. И вот сюда, если мы с вами зайдем. Конечно же. Ладно. Фу. Как ты попал-то сюда? Тоже мне. Ладно, у нас здесь сохранение таки прошло. И давайте, короче, здесь на сегодня и остановимся. Все, всем спасибо, всем пока.